Здравствуйте, с вами Сия. Не смогла остаться равнодушной к теме, которую поднимал Олег Геннадьевич Торсунов. Я решила выпустить видеоролик на эту тему. Удивительно знать, что чувство собственного достоинства вырабатывается не самим человеком, оно вырабатывается близким человеком. Например, к мужу на работе сотрудники относятся так же, как относится к нему дома жена. И если жена не уважает, значит, на работе его тоже не будут уважать. И он не будет зарабатывать много денег. И тут вы можете сказать, было бы за что уважать. Но если у вас дома нет на что покушать, то получается, что уважать мужа – это тоже работа. И это и есть та работа для того, чтобы было дома что покушать. И потому что если мужа жена не уважает, муж не может заработать, его не уважают люди вокруг. Женщина формирует в мужчине его чувство собственного достоинства. И это очень тонкий и невидимый процесс, который нельзя понять. Также мужчина формирует чувство собственного достоинства и у жены. И только когда женщина чувствует себя красивой, она чувствует себя достойной. И в этот момент все вокруг этой женщины расцветает. Все счастливы вокруг, и она излучает красоту. Красота – это главное достояние женщины. Красота означает способность и возможность любить. Например, когда мужчина не считает свою жену красивой, и если же он будет пытаться в ней искать что-то красивое, тогда она будет становиться с каждым днем красивее. И в семье все будут счастливы, и родственники, и дети. И получается, что мужчина женщине дарит красоту. И если он ласково к ней относится, говорит ей комплименты, а женщина дарит мужчине успех. И некоторым женщинам кажется, что ее муж хуже, чем другие мужчины. Своего мужа она знает как облупленного, а других не знает. Но мужчины, они все одинаковые, и у них у всех есть свои недостатки. В нашей жизни бывают такие случаи, когда женщина несколько раз выходит замуж, а мужья ей попадаются как будто бы все одинаковые. Потому что мужчина имеет такие же недостатки, как и она, и они раздражают ее, и поэтому он кажется ей такой плохой. Мы зеркалим и притягиваем к себе подобное. И если же начать работать над собой и думать о своем мужчине хорошо, в результате у него начинает хорошие черты характера пересиливать. Он начинает работать над собой, начинает меняться. В его жизни все. И на работе меняется все к лучшему. И все постепенно нормализуется. А вы замечали, что у мужчин, которые занимают высокие посты на работе, жены их очень уважают и ценят. И эта женщина о своем муже не будет плохо говорить на людях. Ну, конечно же, какие-то трения у них в семье происходят, но это проходит как-то спокойно. И мне было бы интересно прочитать ваше мнение в комментарии. Благодарю вас за то, что вы досмотрели до конца.